Бум-б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 ум. Дверь. Там, слышишь, там как бы к нам приближаются мобы, поэтому я думаю, да, стоит немножко. Там крипер. Ну и плевать. Ну это понятно, плевать, ну блин. А. Не хочу, чтобы он возле нашего дома. А что тут покоцанный этот? У меня не хватило просто. А, ну ты замаскировал, да? Да, это чтобы никто не заметил. Ну я заметил. Ну, чтобы было незаметно, наверное, я стоило... останусь без Ты кровати, да, переставлял? Нет. Ты их трогал? Нет. Ты их ломал? Нет. Брешешь? Нет. Ты серьезно? Ты под ними выкопал? На записи все увидишь. Хорошо, хорошо. Не, я просто думал, если ты кровати передвигал, то у нас зона спауна сбилась. Ой, ты ёпар, СТ, свали. Серёг, это было очень опасно. Что ты смотришь, падла зеленая? Пошел отсюда, вон. Сейчас я кнопку нажму. Я думаю, не стоит этого делать. Подожди, мне нужна кирка. Я сейчас сломаю где-нибудь стену в доме. Фак. Ты через что, через дверь бил? Нет, я его просто бил. Чем? Иди нахрен. Просто я вот топором... А нафига ты стекло сломал? Да, на. Добил? Иди забери с него там что. Да ничего с него не выпало. Как так? Ничего, абсолютно, опыт только. Падла. Да. Я же сказал, у нас еще очень много стекла есть. Стекла? По мне так это очень даже приятно. Ну, смотри, довольно-таки симпатично, знаешь, окна нормальные. У нас оно теперь так торчит, одно окно. Да. Да, выглядит восхитительно. Я тут, о, яйцо. 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 Это кто? Что это за дела? Не знаю, просто через нее жители ходят. Серьезно? Да. Давай поставлю туда. Они через нее ходят, когда ее видят. Да! Это куда? Он убежал. Он не знает, куда деться ему. Куда? Куда бежать? Смотри, смотри, носятся, как вообще угорелые парни. А что, ты дверь где-то сломал? Нет, я ее просто открыл. И он сразу выбежал. Да. Кстати, сзади него могли... Я в гости схожу. Кстати, сзади него могли спокойно заспавниться эти мобы, потому что в одном из домов просто темно. Хочешь, я тебе покажу, где? Ну вот, пойдем за мной. Вот в этом доме, вот там вот видишь, там темно. Там спокойно могут заспавниться мобы. Нет. Да, могут, я тебе серьезно говорю. Вот помнишь, как мы, когда мы в прошлый раз играли, тоже у нас сервак был свой. А, и понял, когда еще с Дэном, да, сидели? Да. У нас дома вот они тогда, спавнились тогда потом. Они у нас везде, абсолютно везде спавнились. Где хотят, там спавнится. Ну, сейчас мы какой день играем в игре? А... Да черт знает. Где он написан-то, ёпрсте? Третий день. 0.76 сложность. То есть это еще легко. Ну, потом станет тяжелее, я так думаю. Да. Тут еще один житель. Ну выходи. Блин. Ну выходи, ну. Давай, выходи. Ну. А, ладно, фиг с тобой. Трусливый? Угу. Чересчур? Да, не хочет. А, мы уже даже... Не надо было ложиться спать, мы уже утра дождались. Ну, энергичный. Так. Отлично. В принципе, по дому у нас готово. Надо посмотреть, что у нас в сундуке. Что за дела? Что тут лежит много всего. Много-много всего лежит. Ладно. Я думаю, я попробую сунуться в ту пещеру. Сейчас я накушаюсь чего-нибудь. Потому что я голодный. Наделаю себе брони. А у нас железо. Где у нас все железо? Оно у нас не пережжено даже. Ладно, сделаю хотя бы новомазанный нагрудник. Какой наглый пацан, блин, уйди от меня, пожалуйста, крипер. Так. Понимаю, ты наглый, борзый парень. Так. Теперь мне нужно все железо, я возьму, которое есть.
и попробую что-нибудь сделать. Так, из шести железок я могу сделать только шлем. Ладно, я подожду. Слушай, пока. У нас скоро TNT будет. Ты криперов не убивал? Я крипера убил, да, только что. Он был в озере, он такой борз был. Ну, правда, толку от этого TNT нету, по сути. Да почему? Ну, там есть труднодоступные места какие-то, мы можем просто взять и подорвать ее. Ну да. Метро, например. Немножко. Или немножко игильные такие, знаешь, игильные, так скажем, шуточки пошли теперь. Ты, слушай, не террористом был? Нет. Сидел, да? Может, за это тебя посадили? Так, ладно, я пошел в шахту. Где-то я ее видел, которая шахта вот эта вот была. Там. Я воду оставил, чтобы спуститься в следующий раз. Вот она. Все, короче. Маленький зомби, вот говнюк, а. Бей его. Да убил я его. Капец, они меня бесят, наглые твари. Офигеть, так, меня горящий зомби пока... еще коцнул, я загорелся. Оу, это опасно, ты там живи, плиз. Кошмар там мобов. С ума сойти. Так. Так, ладно, я вот сейчас зомбаков порешаю. Порешаю, креши, ты шо? Тут пацан. Лошадь. Чё ты пришел сюда, господи? Конюх пришел. Конник. Конюх. Свали конюх отсюда. Что зомби? Зомби меня напрягают. Так, надо первым делом валить скелетов. Это же твари такие, которые... Со стороны, знаешь, в крыса стоит такая мразь, типа, а чё? Сюда иди. Ты шо, парень, нарвался. Так, так, здесь я поставил. Там зомби все в воде застряли. Так, одного, второго, пошел, получил, получили. Получаем, получили, получили. Так, я их подряд завалил всех. Это было длинно. Все. Я всех тут порешал, тут летучая мышь еще. Бэтмен. Здесь Бэтмен. I'm a knight. Да, тут я смотрю, тут вообще пещера, конечно, просто, знаешь, они огромные. Еще, знаешь, сверху сюда свет проникает. Бывает. И тут овца еще ходит по пещере. Кстати, это, нам бы лавы добыть. Вот ты мне знаешь, что? Я ее очень много видел, я ее всю водой почти залил. А зачем нам лава? Ну как, можно, это долговечный довольно-таки источник, на котором можно готовить много чего. Ну, в принципе, довольно-таки надолго его хватит. Дофига это. Не особо критично. Какая разница, это экономия, потом уголь закончится, далеко будет просто, ну, как бы лень идти. Я тут ну, и придется все. Как бы, тем не менее. Короче, я поосвещал, я алмазов никаких не вижу, я начну добывать пока железо. Помолился? Да. Самое главное. Ты смотри, это Бог. Мне пока добуду железо. Надо к вечеру нам с тобой вернуться на хату. Сейчас сколько СБ. Времени? Там по солнцу. Полдень. Полдень, отлично. Я это на взгляд уже определяю. По солнышку. По свету. Я так в реальном мире не умею делать, а тут бац, посмотрел, идет, все, значит полдень, все хорошо. Можно еще гулять. Ну, у тебя где-то... Минут ну, у тебя 5. Есть время еще пока. Да, где-то минут 5, минут... Да, именно минут 5 у тебя и есть. Так, я тут железо. Железо уже 21 насобирал, там больше нету нигде. А тут наверху есть железо. Так, отлично, я все добыл его. Здесь вроде все. А, зомби заспаунились. Вот гады. Так, отлично. Зачем ты такую кирку ломаную притащил? Я не помню. Прикольный отмаз. Я не помню. Сереж, зачем ты принес сломанную кирку? Я не знаю. Она сама положилась. Ну не виноват я. Не виноватая я, не виноватая я. Там. Сейчас YouTube нас забанит к черту. Авторские права, да. За то, что ты пел не виноватая я. Да, сейчас кто там это поет, Арбакайт или кто? Наверное.
Черт знает, я не разбираюсь в этих исполнителях русских. Русского рэпа. Сейчас. Ага. Рубака это сейчас такая. А, он мою песню пел, падла такая, ты шо? Так, я уже. О, скелет нашелся этот. На! О! Там есть дальше пещера. Она вглубь уходит. Ну там много пещер, естественно. Ну там я в нее, наверное, вернусь попозже, потому что туда я пойду уже с полным сетом скорее. Потому что там. Я тебе сейчас сделаю. Без сейчас, сета сейчас. Мне там делать по сути нечего. Давай я вот сейчас тебе быстренько сделаю. Что это было? Ну помню. Да, я уже, наверное, потащу на дом. Домой все. Так, так, где так, это? Так, так, так. Да, нет, я сюда не сунусь пока что. И уже там вечереть, нет, не начало еще. Нет. По-моему. Так, у меня 6. Нет, еще нет. У тебя есть минута 2-3. Я пока посмотрю, что здесь в пещере. А здесь ничего нету, здесь просто две воды стекает. Меня Брать. Снова обманули. Точнее, обманул мир Майнкрафта. Это обман. Чтобы набрать классы. Это обман, чтобы набрать классы. Класс, так что, именно. Ребята, ставьте лайки. Да. Мы вас обманули и набираем классы. Потому что классы это круто. Подожди, стоп. Куда? А, все на месте. Так. Я тебе полный сет сделал. У нас довольно-таки прилично так железо еще есть. 46 слитков осталось. Такие дела. Теперь мне надо выбраться из этой пещеры. У меня знаешь, сколько еще слитков с собой? Сколько? 48, по-моему. Сереж, я сейчас. Тебе советую уже возвращаться. Да, я уже понимаю, я уже вижу сквозь воду, что солнце не совсем еще. Ну, тем не менее, у тебя осталось 2 минуты, чтобы вернуться домой. Так, ух ты, у нас дом уже симпатичный прям такой стал. Можно его будет потом булыжник весь поменять на что-нибудь еще. Более на золото. На меня паук золота. Смотрит, он на меня смотрит просто, знаешь так. Борзый парень. На, все, я его завалил. Ну паучий глаз лежит, ладно. Почему с паука выпадает только один глаз, у него их 8? О, отлично, сет, я принес еще железо. Нам, знаешь, что надо? Что? Я принес из булыжника сделать еще одну печку. Так булыжника дофигища. Да, надо еще одну печку сделать. Так давай сделаю. Ну давай, ты сделай, я пока возьму железо и немного углей. 14 штук. Вообще 8 углей хватит, чтобы обработать стак того или иного предмета. Что за дела? Не. Что? Секундочку. Что случилось?